крошка Тайо. Был погожий день, и Тайо отдыхал на станции. Ой, скукотища! Готово! Ух ты! Что это, Хана? Привет, Тайо. Ну, это уменьшитель. Уменьшитель? Да, с его помощью я могу уменьшать вещи, чтобы их было проще носить. Ух ты, здорово! О, послушай-ка, можешь присмотреть за ним минутку, а я кое-что принесу из чулана, хорошо? Есть, мэм! И осторожнее, ничего не трогай! Не буду! Уменьшитель! О, а? Как интересно! О, а это что? Может нажать? О, нет, нельзя! Я же обещал Хане ничего не трогать! Но так интересно, что случится! Я ее потрогал! Стойте-ка, ничего не происходит! Что? Что со мной случилось? Тайо? Хана! Куда это он подевался? Что случилось? Почему Хана так выросла? Или, может, я себя уменьшил? Как странно. Эй, Хана! А? Руки! Пэт! Вы что-то хотели? Меня надо отремонтировать. Привет, я тебя раньше не видела. Это мой племянник Джинни. Привет! Ясно. Привет, Джинни. Ты так похож на своего дядю. Жди здесь, а я отремонтирую Пэта. Хорошо. Пойдем, Пэт. Хана, стой! Хана! О, нет, она меня не слышит. Кто этот малыш? Эй! Он заехал под скамейку. Попался. Все готово, Пэт. Спасибо, Хана. Эй, Джинни. Привет. Хана! Спасибо, что подождал. Пустяки. Я должен выбраться. Получилось, Хана. Это я, Тайо. Нет, Джинни, не надо разбрасывать игрушки. В следующий раз держи крепче. Нет! Спасибо. Спасибо, Хана. Увидимся. Пока. Пока, Джинни. Хана! Хана! Голова идет кругом. Это станция! Я так и знал, это был сон! Эй, ребята! Мне такой страшный сон приснился, как будто я себя уменьшил и... Ребята, а почему вы молчите? Это же племянник Круки из моего сна!
значит... Нет! Это был не сон! Отпусти меня! Готов? Врум, врум, врум! Эй, ты! Что ты делаешь? Вперед! Как смешно! Помогите! Приключения Тайо! Тайо не нашелся? Нет, его с самого утра нигде нет. А вам он что-нибудь говорил, ребята? Нет. Ничего. Тогда мы поедем его искать, а Ханна останется здесь. Хорошо! Я должен вернуться на станцию. Друзья будут волноваться. Вон дверь. Но как мне отсюда слезть? Отлично! Я должен добраться туда. Ну где же ты, Тайо? А это что? Игрушка Джинни. Но ведь я ему отдавала. О, Джинни, не надо разбрасывать игрушки. В следующий раз держи крепче. О, нет! Той игрушкой был... Тайо! Было страшно. Он по-прежнему спит. И как мне тут выйти? Я должен открыть эту дверь. Да, то, что нужно. Вот она! Раз, два, три! Дядя приехал, иди сюда. Ура! Дядя! Привет, Джинни. Это руки Ханна. Джинни, у нас для тебя подарок. Правда? Здорово! Да. Та-да! Это космическая ракета. Правда классно? Здорово! Вот это да! Так, Джинни, давай его мне. Я сам надену. Ладно. Подожди. Вот. О, Ханна! Ну вот, держи. Здорово! Спасибо, дядя! С тобой все в порядке? Как же я тебе рад!
Ну что, ты готов? Вот. Тайо! Ты нас так напугал! Да! Мы тебя обыскались! Ага. Извините меня! Теперь ты знаешь, почему нельзя трогать опасные устройства. Да! Я к ней не притронусь, даже если ты меня попросишь, Хана! После таких приключений Тайо был счастлив снова встретиться с друзьями.